сумку видела по кругу. Покажи. Всем привет. Мы в фикс-прайсе. Сумку, конечно, такую видела. А прикольная, да? Да. Розовая, там еще такая, это... Бирюзовая. Бирюзовая, да. Знаешь, вот такие я сегодня видела, вот. Да, тоже вроде прикольная должна быть. Квадратная. Такая нормальная. Надписи там разные. 199. Да. Ладно, мы пойдем залезем. А это что? Вот такая есть сумочка. А вот, уже есть. 99. Ну, это такая. Ну, в магазин ходить. Ну, да. Не буду дальше рассказывать. Так, понятно. Кошелечек. 99, да? Да. А вот это, ой, вельвет. Рюкзачки какие, смотри, маленькие. Это рюкзачок разве? Нет, сумочка. 199. На молнии, да? Да. Все такое. Даже кармаш есть. Понятно. Такие не видела еще всякие. Не знаю. Но они все по 199. Ну да, сумки здесь по 199. Смотри, какая прикольная. Такая. Это не прикольная. Это порвется на второй день. У нас такая была, только черная. Вот это, ну, все. Я имею в виду, выглядит прикольно. Выглядит прикольно, да. Вот косметичка классная. Вот это. Смотри. Косметичка, да, я видела. А тебе не надо косметичку? А, вот... а это сумка-рюкзак. Она как-то там трансформатор или как. А, я что-то тоже видела такое. Раз и все, и готово. Угу. Видишь? Еще, наверное, ручки есть, должно быть, да. Внутри. У вас крючки-то есть? Сейчас посмотрим. Ну, тонкий, да? Не, ну это не набивать так, конечно. Не, мне кажется, она не такая. Нормально. Только единственное, что-то не вижу, где тут это. Ручки нет. Вот это что? Ну, я говорю, ручка должна быть длинная на плечо. Где она? Там не осталось. Разные цвета есть такие. Разные. Я знаю, да. Клетчатые. Слушай, а сумками тут ничего так? С сумками тут, да. А вон там какие-то рюкзаки, по-моему, нет? Рюкзаки тут, мне кажется, такие. Нет, сумка ничего, вот это вот. Единственное, что-то это нету. На плечо, чтоб вешать. Для... Может, брак, может, там может, еще. Брак. Вот такие. Мне нравятся такие. Они вот тут застревают. Кошелек. Тебе кошелек не нужен? Кошелек. Ну там внизу. Такие вот косметички еще есть, да. Угу. Большие, кстати. 199 рублей. Угу. Там разные они, их видел уже. Да. С ромашками синие. Тут еще кармашки есть. Угу. Такая, да, большая. Вместительная. Угу. Есть еще синенькие. Да, и голубенькие. Ага. Да. 199 рублей. Ага. А вот это. Такая сумка такая. Она тут, по-моему, знаешь, под замшу, что ли? Да, да, тут ремешок такой, цепочкой должен быть. Что-то нету, да? Оторвали уже. Или это просто косметички? Это сумка написана. Сумка, а сюда положили, смотри, другой ремешок совсем уже. Оттуда. Из другой сумки, ну ладно, я помню, что они на цепочке были. Так, а здесь у нас что? Такая сумка. Ручки вообще ужас. Не, ну какая-то... Разные расцветки. Черные, синие, желтые есть. Так, пошли дальше. Тележка. Тележка детская, 199 рублей. Они тут в расцветках. Это голубая еще и есть. Красная есть, да. Такие красненькие. 199 рублей. Угу. Вот такая, песок возить классно, да? Да, тележка для песочницы. С 3 лет. Качели 199. Игрушка. Вот такая вот складывать. Так, игрушка-планер со светом 199 рублей. Они разные, там еще на кассе, где синенькие есть. Вот, такую лейку хочу взять. Для душа вместе с шлангом.
Полтора метра. Да, шланг. Полтора метра. Лейка для душа с шлангом полтора метра. Три позиции приключения тут. Ну, на самом деле, по-моему, больше. Ну, может, там больше. Что-то. Ну, посмотрим потом. 199 рублей. Вот так вот хочу взять. Берешь? Да. Берем. Для душа. Набор для ванной комнаты. Угу. Три предмета. Два стакана и мыльница. Такие есть. Вот такие. Светло-беж. Да, 99 рублей. Еще их коричневые. Такие, потемнее. А, еще коричневые есть, да. Но я не буду ставить. Вот такие вот еще есть. Смотри. Вот. Да, это керамические. Шторы есть для ванны. Кстати, такая, да. 199, они там расцветки разные. Сочная, видно, такая толстая. Водоотталкивающие ткани. 12 колец в комплекте. 180 на 180 сантиметров. Роз 199, да. Розовые разные. Современные. Помнишь, как это смак, как будто отжимать? Швабра. 199, помню рекламу, конечно, да. Такая. Так, а сколько здесь? Легко справляется с любыми загрязнениями. Что-то тут не написано размер швабры. Ну ладно, в общем, она... Ручка у нее длинная такая. Ведро для стирального порошка. 99 рублей. 6. Тут ручка уже оторвана. Ручка литров. Должна быть. А, ну просто отломали ее и положили. Вот эти корзинки большие, прикольные, коричневые. Вот эти? Угу. А, вот ведро, я что-то не искала, я что-то не искала. Для чего это? Сколько оно? 6 литров. Только непонятно, для чего оно. Для мусора маловато. Для мусора? Сейчас посмотрим. А не написано просто ведро. Ведро с крышкой. Не содержит, не знаю, для чего это, мятный. Цвет мятный, красивый. Ну, цвет очень. Красивый. Еще есть розовые. Только непонятно, для чего это. А можно к складу, что хочешь. А вот еще вот эти мне ведра нравятся по 77 рублей. Сейчас голубенькая и зелененькая. Давай. Что-то у нас такая есть, кстати. Да? Очень хорошая, да. 99 не могу достать. Нет, можно что угодно. Кость. Такая нормальная корзиночка. Сколько тут? Здесь 14 литров. Ничего себе, да? Угу. Темный какой? Какой цвет? Темно-лавандовый. Я даже не ожидал, что такой темно-лавандовый может быть цвет. Тазики, перчатки. Тазики, да. Ну, вот тебе перчатки. Вообще, не знаю, не срочно. Это Доместос. Для чего он? Универсальное. Средство универсальное. Ну, бери. Стеклянные, что ли? Да. Чего такая? Там не написано, по-моему, просто банка. Банка, мишка. И все. Ну, наверное, специи какие-нибудь. Ну, наверное. Ой, у меня такие ножи. Чего? Два вот таких очень хорошие. Я пробовала такие? Нет. Такие остренькие вот. Это масленка. Масленка, да. Здесь цены не видно, но... Ну, овощи 50. Там резать очень удобно. Да? Оно с чехлом прям? Да. Это, таких я не смотрю. У нас таких не было деревянных. Ну-ка. Это с чехлом, да? Гнутся все, гнутся. Сашка, наверное, буду брать. Я ему тогда вот такие покупала, вилки, ложки. Хорошие? Ну, не знаю, на работу, чтобы не одноразовыми брать, а так вот. А вот эти вот средства для мороженого, да, ой, средства, форма. 55 рублей. Они тут разные. Слушай, смотри, под дерево прикольно. Угу. Ну, не дома, конечно, так вот. Кувшин был бы, с крышкой я бы взяла. Да, без крышки это минус. Кстати, пыль будет лететь просто. Да, вот а как вот? Я на него всегда смотрю и не беру, да, потому что без крышки. Без крышки плохо. А вот эти тебе не нравятся? Что это такое? Для специй. Тут разные. Ну, и да, белые. Ну как насыпать, так насыпать. А вот это вообще. Нет, не нравится. Вот это мне не нравится. Плохие, да? А кто-то говорил, у кого-то я видела. Плохие. Посмотри, ну как это выглядит. Кто-то я у кого смотрела, там вот надо, чтобы было несколько дырочек, по-моему. А не одна там, одна. А вот эти банки тебе нравятся? Посмотри, какие. Да. Клевые, да? Такие даже жалко использовать. Емкость для сыпучих продуктов. Снимается. Не, снимается, но очень плотно сидит, хорошо. Угу. Не вывалится. Красивые вот эти, да. Угу. Эти, да. Ну, красиво все, да. Ничего красиво. Так, здесь такой вот порядок. Вот я видела, да. Чайник, видишь, стоит, продается. За 100, да, ну,
Надо смотреть, чтобы он был это. Может взять пластики? А между прочим, я здесь сковородку брала маленькую за 200 рублей. Яичницу жарю на ней, колбасу там вот такую обжариваю. А ручка, нормальная? Уже пользуюсь месяца два. Вот. Может, как хорошо. Ну, не каждый день, но ну, может, чайник купить тебе? Удивилась, что хорошего качества. Может, и чайник надо купить? Ну, тогда говорили, смотреть, чтобы... Какой материал? Почитай. Нет, я не буду покупать. Нержавеющая сталь, полипропилен. Подходит для газов и индукционных плит. Да, это я читала. Подходит, я просто здесь материал. Здесь таких тарелок нет, видишь, белых. Как это нет? Они могут быть дальше. Есть такие вот. Очень красивые. Приятные. Ламинарк. И производство все-таки я посмотрю. Для сервировки стола использовать. Белые вон там, Франция, наверное. Написано. Франция. Франция. Так Франция. Что... Даже так это они не стоят. Серенькие еще рядом стоят, видишь? Да. А белые, белые только есть вот такие? Ну, такие не хочу. Потом... А вот такие вот еще тоже мятные. Да, вот большие. Эти плоские такие, вот да? Такие вот я белые классно. Хочу. Только. А где-то я видела сегодня. Да. Таня. Что, уже захотелось? Вот такие стаканчики прикольные, легкие. Легкие они, да. И ломаются, наверное, быстро. Они 77 рублей стоят. Ну, тут вроде нормально, да, и сделано неплохо. Мне кажется, хлипкие. Ну там разные, они с ушами, без ушей, там такие уши есть там. Да, трубочка. А стаканчики вот эти, смотрите, симпатичные, да? Да. Вот походу, хочется такого холодного лимонада летом, да? Угу. Ну, часть, ну, тоже на них забьешь. Мне кажется, будет треснет. Не знаю, правда. Чашка с трубочкой 480 миллилитров. Состав стекло, нержавеющая сталь, полипропилен. Термопластичная резина. Может и можно. Вот эти пиалки. Салатенькие. Вот эти. Пиалки. Да, вот эти, смотри, вот эти прям хочу. А, бутылки? У меня есть такая, только, знаешь, как из старого образца. Ну, просто пластиковая. Сколько она стоит? Ну, здесь. Дай посмотрю. Да. Вот так вот, наверх. Угу. Что-то закручивается, да. Там ремешок внутри. Они разные, да? Белые? 500 миллилитров тут. Красные? Да, они разные. Защелкивается, кстати, и закручивается. Классно. Тут еще усиливается такие вот салатами. Красивые. Угу. С оранжевой крышкой белые. Тут вообще, да, тоже? Да. Кстати, ярко. Удобно. И закручивается плотно, и здесь вот закрывается плотно. Угу. И резинка даже есть. Ну, хорошая. Ну, кстати, можно взять. Еще есть фиолетовые. Угу. Такие. Вот. Понятно. Ну, прям такие яркие. Угу. Яркие-яркие. Ну, сколько они стоят? Набор мисок со сливом. Сколько стоит? Три штуки. Ну, 99, я думаю. Даже не знаю. Ну, я не думаю, что дороже. Тут разные. По-моему... Желтые такие вот. Не, ну так салат какой-то делать. Мясо какое-то мариновать. Угу. Удобно. Крышки, еще есть салатовые. Ну, ну, там. Угу. Вот такие. Угу. Такие яркие, прям. Яркие цвета, да, приятные. Еще там какие-то эти есть. Блекло-розовые. Ты будешь брать? А вот эти не надо? Такие вот есть еще. Ну, да. Бледненькие. Ты будешь брать? Ну, я пока думаю. А вот эти не надо, ты не делаешь там выпечки всякие. Ничего не печешь. Крышки. Консервация. Крышечки по 4 рубля, по 5 есть побольше. Всякие разные такие. Приятные. И тут такая 2700. Ну как она называется? Банка, бутылка? Сейчас скажу. Бутылка 2 литра 700 миллилитров. Для воды? Состав полипропилен, полистирол. Там даже вот эта штучка есть. Видишь, как ну, для воды, да, наверное. Ну не для горячей так вот. Тут откручивается. Как-то я не знаю, как она откручивается. Ну, короче, понятно. Вот так вот крышка. Да. А тут посмотрим. Ой. Вот она откручивается. Ой, у нас нюанс, у нас свет погас в этом. Фикс прайс. Вот, откручивается, можно да. Наливать. О, отлично. Кстати, прикольная вещь, да? Не, ну, значит, нужен термос какой-то.
термос. Подожди, а тут я не сказано, можно ли горячим наливать или нет. Ну, воду кипяченую, я думала. Хотя вот подожди-ка. 8, я не знаю, что. А, подождите. От минус 20 до плюс 100. Ого. Но я бы не налила кипяток. Нет, сюда, можно, я думаю. Написано. Не отрывай. Не, я не отрываю, хочу точно 100 там или сколько. Ну-ка, Таня, видишь зорким глазом? Он 100, да, написано? Да, 100. Вот, значит, можно горячее. Ну, не может быть, не совсем кипяток. Это малышка. Доски. 15 на 24, 50 рублей. Нет, 20 на 32 здесь. 20 на 32, 77 рублей стоит. Там большие такие, да, по 99, там двойные. Ну, как набор. Плохие, да, две штуки тут. Я не люблю почему-то большие и гибкие. А их зато попользовал, зачернились и выкинул, не жалко. Да. Так, это корзина для белья, можешь, да? Смотри, я же не буду его там ломать. Маленькая. А там же маленькая, есть, наверное. Корзина. Корзина для белья 42 на 32. Вот это маленькая. Я где-то еще видела больше. Там, ну, давай посмотрим сейчас. Давай посмотрим. Она завязана. Это коробка складная, декоративная, 30 на 30 на 30. Коробка меняет цвет, 199 рублей. Они тут разные. Коричневые, синие. С пайетками. В общем, разные цвета. Так, здесь что? А, ну такие были еще давно уже. Коробка для хранения складная. Да, это коробка. Корзина для грязного белья, короче. Маленькая. Все-таки 42 на 32. Вообще маленькая. 199 рублей. Маловато. Двойные, видишь? Коробка. Они разные цвета. С секциями, да? Шесть секций. Какая цена? Неизвестно. Вот они. Органайзер для мелочей. Это. Не знаю, какая цена. Это крючки. А, для вот, наверное. 77 рублей. Контейнер для мелочей. 29. Ну да. Шнурки. Шнурки все время. Да. Вешалки. Что дальше? Украшения в салон. Смотри-ка. Сейчас. Я такого не видела. Сейчас приду. А, я это тоже, по-моему, не видела. Это украшения в салон, они такие качаются, по-моему, да? Или нет? А, на солнечной батарее. Качаются это вот эти вот. Вот так, раз, раз. Видишь, и качаются. Стирол. Так. Ну, это не... Коловники. А ложки, смотрите, какие. Ложки, смотрите, ну, это какие. Полистирол. Это не... Так, половник 28 сантиметров. А половники, кстати. У меня половник есть. А вот лопаточку бы я прихватила. А, и лопатки здесь есть еще. Смотри, какие ручки прикольные. Да, 22 сантиметра. Сколько лопатки они стоят? А вот цены тут и нету. Тут, может быть, наверху где-то есть. А, вот это я еще видела в этом. А, да. Я снимала такие. Маленькие, контейнеры, да, 77. Там три штуки. Практично, надежно, экономно. Три? А, ну да, по-моему, три, да. Три ручки. 77 рублей. Разные. А вот эти ножи. Тебе не нравятся? У меня есть такой наподобие. Хороший? Да, неплохой, острый. Острый. А вот этот? Секунду. Китчен нож. Полипропилен для пищевых, да, продуктов. Ага. Сколько тут? Так. Крышка 3 штуки, контейнер с перегородкой. 1 штука, контейнер обычно 2 штуки. Угу. Это разных цветов. А вот это железное, кстати. Ой, железное, господи. Стекло вот это. Точно вот стекло? Точно. Ну-ка, давайте я посмотрю. Точно, точно. Баночка такая... массивная. Только крышка не защелкивается. Ну, это, может, уже такая разработанная? Нет, я думаю, такая есть. Так, что это такое? Банка 1 литр. Состав стекло, полипропилен, полистирол. Вот эти я не видела, баллонки-то, кстати. Новинка. Может, только положили? Ну, видимо, потому что, видишь, товар разгружают. Мы как раз к разбору. А вот эти вот. Вот эти контейнер хороший, кстати. Сейчас. Я пользуюсь вот таким. А, маленький, ну, такой, да? Что-нибудь положить там, да, мелко. Салат какой-нибудь там.
А вот швабра. Не царапает швабра. Поверхность, прочная алюминиевая ручка. Эффективно очищает загрязнение с вашего автомобиля. 199 рублей. Ну-ка, дай краса пролезу. Это что? Ну, это там с этими. Ой, дай, блин. Угу, 77. Еще черные были такие. Ну, да, там, я видела. Или темно-синие. А мне такие банки нравятся. У меня есть такая, только другой цвет. А, это ланчбокс. Ланчбокс, да. То есть тоже для еды, да. Скатерть. Пилен. Что, брать? Нет, пока смотрю. Вот эти, кстати, тоже хорошие, видно. Смотрите, какие. Да, прям, кстати, вот, это вот это вот просто. Смотри, про резинные, подругой. И вот это тоже такие же, подруга. Хорошие. А сколько они стоят? Вот эти 27, вот эти, наверное, дороже. Угу. Ну и тут разные тоже, да? Зеленые. Цвета красные. Приятные. Смотри, как крышка плотно садится. Да, отлично. Прям еле-еле это. Хорошо. Сколько стоит? Я взяла еще такое. Ну, наверное, рублей 50, не вот больше. Вот это, наверное, что ли, с замком. Что это с замком? Не доворачивайте. Набор для барбекю, лопатка, вилка и щипцы. Угу. Да, 99 рублей. Решетка. Блин. Ой, а это-то? Угу. Все гнется. Все сладенько. Гнется. И сломается. Да, все легнется. Хорошая. Так, это решетка. 199 рублей решетка. Для барбекю 52 на 25 на 25 и на 3. Ну, такая массивная, в общем-то, да, такая? Да. Большая. Ручка такая. Хорошая. Вот это вот прочная. А что там за перчатки? Это тоже для зоны? И даже есть мангалы. Смотрите. Мангалы, да. Вот такие вот. Сборный маленький мангал. Боже мой. 40, 400 на 240. 199. А шампура? А шампура были. Ну просто, видимо, может быть. Они знаешь где? Может быть, они в этом. Шпажки, бомб. 30 сантиметров. Да, бамбуковые. Вот это я хочу воочию посмотреть. Давай, ящик. Это такой складной, он большой, 199. А, это ящик? А ты думал, что? А, я думал, полка это. А, я думал, ты про ту полку. Нет, это ящик. Это ящик. Вот так он раскладывается. Большой. Ну, я не буду раскладывать. Ну, понимаешь, да, в общем, смысл? Да, я поняла. 79 рублей. Пригоден для сезонного хранения овощей и фруктов. 32 литра. Большой, да, складной ящик. Туда можно сесть и кататься, в принципе. А это полка. Я думаю, ты про это. Я про нее говорила. Вот про эту? Да. А я думаю, про этот. Нет, я думаю, ты про эту говорила. А ты про нее? Я про нее. Полка складная. Ну, я только такой... одна тут. Ну так, ножки отгибаешь, и она. Я поняла. Это хотел посмотреть прочность. Да какая там прочность? Мне кажется, она. Ну-ка. Купить таких. Ты хочешь сесть? Вот. Для чего она тебе? А может ванну для принадлежности? Да ну маленькая. Несколько поставить и будет как и большие. Мне кажется, шаткое все, валкое. Ну вот слабовато, да. Не, ну так. Я все жду комоды здесь, если привезут когда-нибудь. Такие в полный рост большие. Если тут есть и душ. Да я шучу, но я жду. Если здесь и чайники, и пылесосы для машин. Может быть и комоды привезут когда-то? Так, вот это что? Бесценника. Зачеркнуто. А, я так поняла. Ореха. Полка, да, ну. Ореха. Полка 16 сантиметров. Орех сам зарасколит. Ну, хлипкое все. Вообще ужас. Какой там орех полка? Еще бы сказали это. О, лопатка силиконовая. Ручка здесь такая. Вот у меня такая же есть, но ручка железная. А у меня вот такая вот есть кисть, только синего цвета. Полосу, да? Не надо мне. А венчик красивый, но у меня уже есть. Венчик красивый тут, венчик, да. Я так убрала. Хороший. Ну, у меня хороший венчик. Хороший венчик. Терка. Терки такие, да, как вот ну, в обычных магазинах, в общем, ничем не отличаются. А это для... Вот, смотри, видишь? Раздвижная. Торта, там, для тортика. Салат какой-нибудь слоем класть удобно. Да. А ты брала такую, нет? Нет. Смотри, пользовалась, может. Может. Древаной ручкой. Угу. 28 сантиметров. 77 рублей. Ну что, дальше пошли? Ну, у меня подобие такого. У меня как-то он пошире, мне кажется. Это хотя где брала? Здесь? Нет. Ну, нож, кстати, вот это ничего. Я ну, хорошо. Мясо режу нормальный. Угу. Это вот новинка, по-моему, да?
Ну, не то чтобы прям, ну. 30 сантиметров. 9 рублей. Ну, такие они там разные. Да, видишь, вот они зелененькие тут. Симпатичные тоже. Угу. Ну, пошли дальше. Пойдем. Формочки какие-то. Расчески пропали. Ну, что здесь? Так, давай жалко. Посмотрим. Я, знаешь, как вот она покупала? Какую? Белая такая. Сзади арбуз изображен. Наверное, так и видела? А вот эти хорошие. Они вот очень у нас. Классные. Вот у нас. Они пропали. Вот у нас такие. Ну, вот у нас, кажется, такая. Убирать, нет? Нет, ничего не дерет. Без отличная зеркала, да, без зеркала отличная расческа. Не знаю, вот такую маленькую можно взять. 99. А вот сумку такая, это самая, а вот это я не знаю. Слушай, это тоже из какой-то. Из такого же вроде. Да. С арбузом где-то я видела. Белая, может быть, здесь щетка. Есть. Ну, ты видела? Ну, по-моему, я видела ее. Да, там разные сумки. Я взяла с арбузом на пробу. А то у меня он самый лучший, наверное. Хотела машину. Сломался? Взять. Уже не было их в продаже. Mm-hmm. Нет, не сломался. Я уже месяц три пользуюсь. Mm-hmm. 99 рублей тоже. Ну, такой лучше выдрать сразу видно. Вот эти. Вот это я не знаю, тоже брала. Повязка для волос 77 рублей. Повязка. А это что такое? Это этот диск. Вот это что ли? Да. Марина! Да. Да, да, хорошие. Вот эти резинки очень хорошие. Хорошие. Резиночки хорошие. А здесь они вот еще висят. Вот они, цветные. Я знаю, я всегда беру такую. Вот они. Потому что они быстрые. Да. То теряются, то еще. А вот такие еще есть, смотри, зависели. Большие, побольше. Вот это вообще здесь ерунда. 20 штук здесь. Вообще ерунда. А здесь? А, это полотенце, перчатка 99, одна 10. Пара. Ну, не знаю, что. Говорили, кажется, непонятно, как какая вообще ерунда, мне кажется, даже, да. А для чего это вообще надо? Ну, для волос перчатка. А, типа сушишь? Ну, наверное. Ну, как-то. Конечно. Что тут еще? Расчески, может быть, где-то там еще висят? Нет, хотя вряд ли, наверное, да? Нет, тут уже есть. Но здесь такого больше нету, да? Только здесь такие. Ну, я не знаю, но пока не буду. Что, не сушишь сразу? Какая разница уже? Резиновые сапоги. Ну что? В ассортименте. В ассортименте. 19 рублей. Сапоги детские. Детские? Блин, такой размер большой. 34, 35. Вот. Мне кажется, на меня влезет. 33. Не, маленький. 30 вон есть. Ну, такие огромные. Где мне ходить-то? В огороде? Ну, они какие-то это. Ну, такие, знаешь, как сказать. Видно, что дешевые, что ли. Видно, конечно. Такие прям. Ну вот, покоцанные все вот. Уже видно. Не, мне кажется, такие не стоит покупать. У нас только в огороде так на пару недель. А вот эти галоши, интересно, какие они. Ну да, вот эти галоши. Утепленные. Тоже уже все такое обрывается. А тапки вот эти классные. Вот эти вот говорят вроде как. У меня, кстати, такие есть, только фиолетовые. Ну, вот обувь женская. Хорошие. Вот тут их две пары осталось, потому что разбирают. Ты сказал, их не так. У меня вот такая была. Да, очень быстро блюзки отлетают. Отклеилась. Да. Наклею. Вот это вот. Угу. Недолговечно особо. Блюзки, стразы. Стразы, да. Лучше вот какие-нибудь вот такие, наверное, брать. Или вот такие. Она не сыпется вот так, если потрогаешь? Ну, попробуй. Вот, сыпется. Сыпется тоже. Ну, весь дом будет в этой пыли. Вся голова. Да, вся голова тем более. Зато блестеть, как елка будешь. Ну, когда потная, так это летом. Обувь все блески прилипнут. Тут шляпа. Соломенная. Здесь такая на коне стоит. Маленькая, 4-6 лет, написано. Да. А там, кстати, есть такие, знаешь, мужские шапки дальше. Шляпы. Для рыбалки. Колготы детские. И такие есть. Ну, маленькие. 122. 134 есть, да. А я брала тут как-то. Ну, сейчас 134, сейчас жарко очень. Да. Там шорты, кстати, есть вон. Шорты женские. Как джинсовые, не нотки? Да, тебе. Мне, конечно, колготки. А уже тоже. Такие прям это обложка такая. Лондон. Есть вот здесь вот русалочка. 199 рублей, 80 листов. Да. Блокнот с глянцевой объемной обложкой. Вот такая вот. Полосочку пунктирную. Разные они, да, с русалочкой, потом вот такие вот. Разные тут. Даже все так не покажешь, наверное. Ой. Котики. С котиками. Угу. Разные. Потом такие вот есть. Такой мягкий хвост. Кот. Там белые просто, да, листы? Просто белые в клетку листы. Сколько они?
какая цена? 199. Тоже 199? Ну да. Они вот разные. Такие еще вот есть тут. С ламой. Лама Линда. Да, прям наша лама. Да. Две стяжки. С зайками. Ну, обложка обсыпается тоже. Ну, конечно. Блёстки вот эти вот. Эти вот. Такие, да, симпатичные тоже. Блокнот с блестками. Ну, он какой-то необычный, да? Точечный. Точечный, да, тут такой вот. Ну, что с ним делать? Обложка мягкая такая, мягкая. Приятная. Помятая. Сколько листов, все. Непонятно. Не знаю. Ну, такие антистресс, кстати. Очень красиво. Тут рисовался, что ли, уже? Или это так и есть? Не, просто так вот. Ангелочек, что ли, да? А, серьезно. Тоже точечные листы. Понятно. Ну, они все по 190. Тоже 190, да, наверное. Да. Сколько листов, тоже не сказано. Ну, 80, наверное, тоже. Угу. Они тут разные тоже. Такие, с Микки Маусом. Со звездочкой. Ну, все не будут показывать, так вот, с бабочкой. В общем, разные. Ну, так это прикольно. Так, вот так, оп. Танцор диско. Такие вот есть какой-то набор продуктов. Так, упаковано, что уже полуметра. Да, 55 да, рублей, да. Что это такое, что тратить? Там блокнот и записная книжка, 55. Набор. Записная книжка 165 на 205, 40 листов в клетку одна штука. И блокнот 105 на 140, 40 листов в клетку. Угу. А, ну тут два блокнота и тетрадь какая-то. Мятая все уже не. Мятая, некрасиво. Упаковано некрасиво. Вот это рисуем на коленке. Гордость и ну что это такое вообще? Такие вот блокнотики простые, вот с собачкой. На пружинке, да? На пружинке, да, лодки. Ой, какой красивый вот этот, вот смотри. Симпатяга. Ну, в общем, разные тут такие вот всякие, да. Сколько тут? 6 плюс. 80 листов в клетку на пружине. Симпатичные. Такие вот разные. С кисками еще есть. С сердечками. С машинками, кому надо. Вот. Ну, разные, в общем. Огромный выбор. Да, это что такое? Рисуем на коленке, я же говорю. Да, что это? Вот по-другому открывается. Вот так. Ну, там, знаешь, это, разукрашивать там тоже, вот я видела. А, вот, понятно. Все. Вводить. Ну, может, это интересно, между прочим. Может быть, не знаю. Потом вот такие есть. Лидия Дали. Позитивные. Позитивный блокнот. Смотрите, какие, какая, да, красота. Очень внутри. Красивые. Да-да-да, красивые. Русалки всякие. Так, что тут? Блокнот опять. 96 листов. Ой, очень красиво, но цена, наверное, тоже, это я не знаю, сколько. Да, просто... рублей 99, я думаю. Ну, 99, да, разные они, да? Угу. Морская тема прям. Да. Да, морские. Такие еще есть. Ух ты. С бабочкой. Тоже объемный, он так блестит. Угу. Прямо туда так. Тут цветные поля разные. В клеточку. Сколько тут? Тетрадь, блокнот, 80 листов. Опять. Они тут тоже разные. Вот такие еще есть. Прям какой-то этот самовар это... напоминает. Да-да-да, ложки такие, помнишь, деревянные? Угу. С бабочкой. Ну, тут они... А, ну все, тут только два таких. А на самом деле еще там другие бывают. Угу. Тут, видимо, разобрали уже. Увлажнитель воздуха с подсветкой, кабель 1 метр в комплекте. А, USB-шный кабель, да. Да. Вот так. Такие вот они, 199 рублей. А только тут голубенькие. Кстати, увлажнитель для лица я видела, кстати. Вот это говорят... Ерунда, да? Ерунда. Я не пробовала сама, но слышала, что... Ну, вот именно фикс-прайсовские ерунда? Да. Так он только появился уже, что прям уже люди знают, да? Но это хорошо, когда предупрежден. Вот эти LED, эти самые, смотри. Рамки. Не интересуют? 199 рублей они. Пока нет. Разные. Горшки вот под цветы там полно. Вот. Горшков полно. Вот. А? Это ваза, нет, кстати, нет, да. Она... Ты думал, стекло? Стеклянное, думала? Ну, выглядит как стеклянное. Нет. Пластмасса. Зонтик вот на пляж можно. Смотри-ка. Вон что тут вроде. Зонтики это ломают. Я думаю, на ветра. Это все очень хлипкое. Конечно. Если бы его разобрать еще здесь, посмотреть, как он выглядит, да? Нет, а это хлипкое все. Не знаю, не,
буду уже здесь. Такая-то, что бахилы. Вообще, по мокрой погоде. Ну, это вообще ужас, мне кажется. Смотри, почему модные. Да? На завязку. Ну, я не делала? Была. Ну вот, видишь это? Вот, чтобы ноги мочить. Прикольно. А это, смотри, плащ-дождевик. Тушеный. Обычный. Ничего себе придумывают. Да. Особенно вот это меня, конечно, впечатлило. Сколько тут размер? 36, 38, 39, 41. Сколько тут штук? Ну, две. Одна пара тут? Ну, один по один. Они, наверное, многоразовые, нет? Ну, как ты думаешь, за 190, конечно. А, срок годности не ограничен. Угу. Полипропилен, нейлон, сталь. Ну, это там это, наверное. Ну, там вставки, да. А молния или на чего? На чем они? По-моему, на завязках вот тут рисунки, если верить рисунку. Там вот видишь эти завязки внутри. Но я не буду открывать. Так мы можем открыть, посмотреть. Кому-то может интересно будет. Можно. Окей, вот так они выглядят. Опять выключился свет. Что-то сегодня как-то. Да, сегодня второй раз уже. Вот тут спереди молния. Классные. Вот. И тут шнурки. Вот так они. А-а-а. И рисунок такой в тему. Дождя, да? Осенний, да. Вот пара тут. Пара. Где? А это еще что такое? А, это такие они вот снизу. Да. О, не упало. В общем, вот так выглядят бахилы. Такие вот. Ну так модненько, да? Толстенькие такие. Как клеенка вот в душевой. Угу. Да, даже запах такой, да? Да, даже запах такой же. Угу. Угу. Смотри-ка. Наталья, сумка садовая. Она в ванну не войдет, да? Мы хотим купить 190 рублей, чтобы белье складывать. Шутка. Большой размер, 270 литров, 67. Она и стоит, 76 у нас, 76. Почему? Бельем с грязным за это, то будет стоять. Здесь эти заборчики. Смотри. Заборчики есть. Я так тебе говорю, как будто я работник магазина. Да открывай что-то. Это вот заборчики. Я хочу писать, какого на качестве. 51 на 21. Сумка. Это Таня. Вот тут есть такие тюльпанчики, заборчик. И тюльпанчики. Пойдем? Красивые. Такой заборчик есть. Заборчик садовый, пластиковый, 49 на 30. В ассортименте. Он беленький есть, желтенький, зелененький. В общем, разные цены нету. Ну, или 55, или 50, я не знаю. Так, здесь... Сейчас посмотрим. Вот это вот, вот такие это новинки, в корзинке лежат, еще не распакованы. Мы залезли сюда, в общем, вот такие. Сейчас я почитаю, что это. Это коврик настольный, прозрачный, 38 на 58. Одна штука. Сколько здесь расцветок? Они одинаковые, что ли, все? Желтенькие. Нет, они разные. А сколько они стоят? Ух ты! Я хочу такой так, купить. Вот такие, смотри. Да. Вот желтый это красивый. Желтенький очень красивый. Ой, а можешь взять? Сколько они стоят? Сейчас поешь на кассу, уже не скажут, сколько. Еще скажут, товар не это, не сканирован. Смотри, вот такие. Кофейные, да? Экспрессо. Ну, это как салфетка, да, термическая? Латте, да. А, коврик, да. Блин, я хочу желтый. Пойду спрошу этой своей кассирши, сколько стоит. А это зефир. Зефир. Невский десерт. Зефир со вкусом ванили 150 грамм. Не знаю, цены нету. Это 27 рублей вот этот вот. С клубникой. 27 рублей. Даже не знаю. Вкусно, невкусно, не знаю. Вот эта цена такой салфеточки 55 рублей. Вот. Все, на этом будем заканчивать. Всем пока-пока.